красиво, но интересная игра. Я не считаю, что 3-0 тот результат. Но игра была, я считаю, где-то чуть-чуть равная. Но мы забили свои голы и выиграли. Как играть на нефтянике? Ну, непривычно, конечно, но ничего. Я думаю, надо привыкать к этому. И в этом ничего страшного. Надеюсь, еще за победами сюда приеду. Сегодня состав сам просился? В смысле? Ну, чтобы поставили состав. Ну, нет, конечно, тренер решает. И Виктор Михайлович доверил. И я играл в старт. Как приняли в команде? Уже освоился? Да, все нормально. Я думаю, проблем с этим нет. Виктор Михайлович не узнает, какие, что было там в Уфе, например, и наработки, как, какие-то, да, как, наработки какие-то не узнавал у тебя? Ну, есть такое, пару фраз перекинули с ним, но я думаю, все равно он решает, как играть, и так. Что касается твоей позиции на поле и функций, поменялись они в данной команде? Ну, тренер ставит туда, куда считает нужным, и я хочу приносить пользу команде там, где меня видят. Ты играешь ближе к центру сейчас, получается, правильно? Ну, да. Иван, нет страха перед дебютом, в основном, в турнире Лиги Чемпионов? Какие ощущения, какие эмоции? Пока об этом не думал, я надеюсь, такого не будет. Все равно волнение всегда присутствует, но надо его перетерпеть как-то так и играть уже на победу всегда. Иван, ты уже третий раз сыграл против Оливье Тиля в этом сезоне, ну за месяц практически. Как оценишь его игру, тем более, что его брали скорее как на замену, как раз тебе? Ну, оценивать это не моя работа, я не знаю, хороший игрок, техничный, хорошо поле видит.